друзья, привет из Абхазии. Я нахожусь в Гаграх. Мы гуляем по старой Гагре. Немножечко моросит дождь, но очень тепло, поют птички. Шикарная природа. Я вам покажу еще одно удивительное место, которое мне очень нравится. Я вам уже говорила, я буду вашим проводником, вашим экскурсоводом на всю неделю, пока буду жить в Абхазии. И все, что нравится мне, буду показывать вам. Я считаю, что вот в Гаграх это главная визитная карточка города. Вот этот ресторан Гагрипш, который был построен почти 200 лет назад принцем. Как же его правильно? Не помню. Надо в интернете посмотреть. Забыла, друзья. Что-то каким-то там. Ну, сейчас посмотрим, может там написано. Вот в прошлый раз показывала вам обзор этого дома. Но суть в том, что этот дом построен без одного гвоздя. Он прожил уже больше 200 лет и до сих пор служит нам. И мы можем приехать, полюбоваться, посмотреть, погулять. Здесь неплохой парк. Вот через дорогу моря, спуск к морю. В том году был ресторан закрыт. Поднимаемся по ступенькам. Наверное, тоже закрыт. Сегодня еще март. Закрыт. Да. Ничего не изменилось. Ровно 13 месяцев назад я гуляла по Гагре. Вот в этих самых местах. Тепло, птички поют. Ой, какой вкусный воздух. Это что, разбирают что-то? Да, тут какие-то уже идут разборки. Новое строительство будет. Ну, а вот он сам. Красивых мест в Гагре много. Но я считаю, что это одно из красивейших мест, которая мне нравится. Туристы этот ресторан любят. Всегда летом много народу. Парк шикарный. Можно время провести. Ой, вовсю цветут кустарники, цветы. Увидела цветение, думаю, сейчас подойду, посмотрю. Ну, смотрите, какие разновидности. Пальмы такие, длинными листочками. Пальмы, смотрите, с такими листочками, как веер. Вот, а я увидела. Смотрите, какое потрясающее дерево. Господи, какая красота. К своему стыду я не знаю, что это. Кто знает, напишите в комментариях, что это за дерево. Вы посмотрите, какие бутоны. Какое оно красивое, и оно какое большое. Ну, а тут спуск в парк. Ох, дождь начинается. И вот еще продолжение, продолжение вот этого ресторана. Еще один объект, который привлек мое внимание в том году. Я очень долго снимала, но у меня были постоянно какие-то помехи. Два видео у меня не получилось, потом я провалилась там с третьего этажа вниз. Вот этот санаторий, который я сейчас пытаюсь вам чуть-чуть показать. И сейчас по плану, как мы планировали, мы приехали его посмотреть, но здесь уже написано «Объект – это частная собственность». И парень, который к нам подошел, он сказал: «Я вас не спущу, потому что падают, полы проваливаются». Вот это знаменитый санаторий «Грузия».
очень нравился, я хотела вам его показать, друзья. Ну, надеюсь, мы сейчас договоримся, поедем сейчас к начальству и договоримся. Ну, в общем, нас не пустили, друзья. Продолжаем мы гулять по старой Гагре. Хотела очень походить по вот этому старому санаторию Грузия. Там такие смотровые площадки. Очень удобные, очень красивые. Вид на море. Ну, так и нас и не пустили. Вот, смотрите, этот санаторий. Большой. Находится он на горе. Вот мы сейчас спустились. На центральную улочку. Сказали, что новый хозяин появился, будет реставрировать. Надо же. В прошлом году вот мы гуляли. Вон, видите, какие там кабинетики такие маленькие. А вот эта смотровая площадка. Вот я сейчас увеличила. Три зала я насчитала в прошлый раз. Столовых, кабинеты с минеральными источниками, медицинские кабинеты. А вот с левой стороны это вот номера. Мы еще едем по старой Гагре. Смотрите, слева и справа эвкалипты. Лысые. Очень много. Погода изменчива. Чуть-чуть дождь поморосил, и все. Он сейчас лежачий полицейский будет. Опа. А слева что это у нас, Хамса? Вот это вокзал? Да, да. Электричка останавливалась. Электричка раньше останавливалась. А мы сейчас остановились, и немножко нам Хамса набрал эвкалипта. Будем заваривать и пить. Мы в горе едем. Посмотрите, какой туннель. Сколько, интересно, километров. Нигде указателей нету? Нет. Тут метров 800. 800? Продолжаем гулять по Гаграм. Вот поднялись на гору. Второй ярус, как сказал нам Хамса. Вот смотрите. Я в восторге. Гагра на ладонях. А вот в середине синими и белыми, видите, написано Гагра. И вот туда дальше. Направо продолжается она. Ух ты. Так, где там это написано? Вот, вот, вот здесь у меня земля. Вот здесь. Сейчас, минутку. Еще можно подняться выше и выше и выше туда. Как можно было проехать мимо такой красоты? Вы посмотрите. Все, поезжайте. Лимоны растут здесь, с левой стороны. А вот с левой стороны лимоны. А это не... Ой, это апельсины, подожди. Подожди. Хамса говорит, сейчас вас огородами повезу, и вы посмотрите, у людей растут апельсины и лимоны. Я вот чуть-чуть хочу подняться, я увидела... Тут у людей живут, вот люди, лимоны растут. Вот, смотрите, друзья, лимончики. А вот с левой стороны апельсины. Сейчас. Ну, он спустится. Ну, это вообще шедевр, да? Кактус. А вот апельсинчики. Вот, смотрите. Вот апельсинчики. А где-то дальше я видела еще мандаринчики.
А, нет, это лимончики. Вот такой благодатный край. Вот видите? А вот лимончики.